Неужели это мой конец? Почему сейчас я захотел сделать что-то хорошее? Неужели это побочный эффект страха умереть? А ведь у меня есть сын, о котором я никогда не думал. Странную тяжесть и весомость ощущаю я сейчас. И боль, которую я чувствую, побудила что-то живое во мне. Сынок, я ведь знаю, что не изменюсь. Как только все наладится, я продолжу то, что я делал. Я никогда не стану для тебя хорошим отцом. Я слишком эгоистичен и циничен. Твоя мама, наверное, никогда не рассказывала обо мне. Ее можно понять, ведь я всегда много пил, и тусовки никогда не покидали. Она очень долго терпела меня, и в итоге я здесь, один. А ведь я отчетливо помню, как мы с ней познакомились. Первая фраза, которую я ей сказал, чтобы произвести впечатление, была «Do you speak English?». Мы познакомились на Экспо, где был мой старт в карьере, после чего я и стал выбирать роскошь, вечеринки и красивых молодых девушек вместо своей семьи. Я очень хочу и верю в то, что ты будешь другим и не повторишь моих ошибок, и станешь для своей матери той самой опорой, которой мне никогда не стать.